Особое мнение на 101 FM. В эфире программа «Особое мнение». У микрофона сегодня работает Светлана Занько. «Особое мнение» мы записываем 28 мая. Связано это с тем, что именно в это время в нашем государственном университете, в Вятском госуниверситете, проходит большое мероприятие, которое называется «Urban Challenge». Мы о нем рассказывали в дневных разворотах. Еще будем говорить на этой неделе в программе «Urban». И такая урбанистическая тема, слава богу, вернулась снова в наш эфир. И одного из спикеров и специалистов, который приехал на Urban Challenge, мы пригласили в нашу студию. Он уже знаком вам, слушатели. Это Илья Заливухин. Илья, добрый день. Добрый день. Но я напомню все-таки, кем вы являетесь. Илья Заливухин – эксперт в области градостроительства и формирования стратегии развития городов и агломераций, что очень актуально для нашего региона сейчас. Основатель и руководитель градостроительной компании «Яуза Проект», член Союза архитекторов, член Совета по территориальному плану. Не буду дальше, там очень много чего. Много чего. Но и мы с Ильей в последний раз разговаривали в этом эфире по телефону в программе «Урбан» об уплотняющей застройке города Кирова, о возможностях сохранения исторического вида этого города, при этом использовать современные технологии деревянного домостроения. Об этом шла речь у нас осенью, после того, как прошел первый Кировский урбанистический форум. И вот сегодня в ВятГУ вы работали с сотрудниками вуза и со студентами не только Кировского вуза, но еще 10 других опорных вузов страны. По какому вопросу? Ну, меня пригласил университет прочитать мастер-класс. 2 часа мы работали со студентами, которые приехали, их преподавателями. Они делают различные проекты сейчас. Завтра их будет оценивать жюри. Эти проекты по развитию городской среды. И я им сказал, что кроме тактических действий, которые обязательно должны быть в городе, да, должны быть и стратегические действия. Да, должна быть комплексная программа развития города. И в чем она состоит, и кто ее участники, и какие цели и задачи этой программы, конечно, нужно обсуждать, в том числе и жителям молодежи, которая живет или планирует жить, я надеюсь, останется в этом городе. Да? Потому что если тактические задачи можно решить год-два, то планы, которые мы с вами разрабатываем по стратегическому развитию, да, это на 10-20 лет, действительно. Да? И кому, если не молодежи, решать эти задачи? Тем более, что молодежь сегодня – это тот контингент, который планирует все время куда-то уехать. Да? То в Санкт-Петербург, то в Москву, то вообще за границу. Куда-то – это в 2 города страны, а в общем-то в 1 практически. Ну, есть еще и за граница, да, но смысл в том, что это большой вызов для городов вообще, на самом деле, как удержать молодежь. Это очень важно, потому что вот у нас есть сегодня пустеющие деревни, а у нас могут оказаться и пустеющие города, в котором живут только пенсионеры и дачники. Да? Mm-hmm. Вот этого бы не хотелось, чтобы к ним приезжали на выходные только уже работающие в других городах сегодня молодые люди. Поэтому очень важно для меня было выступать именно в университете. Я постарался рассказать всю стратегию развития городов, причем социально-экономическим уклоном, да, и рассказал вообще о том, как можно и нужно, на что нужно опираться в развитии города, как вообще работает, скажем, экономика городов в других странах мира, да? В городах Китая, например, то есть сильная власть, сильный бизнес, как развивается бизнес, зачем он развивается. Потому что сегодня за бюджет можно сделать какие-то вещи, инфраструктуру, да, вложить его эффективно, да. Но он же должен дальше работать от того, насколько и куда мы вложим бюджет, будет зависеть, насколько мы создадим фундамент для роста всего остального города на много-много лет. Знаете, как в любом здании, в том числе и в деревянном, самое главное – фундамент. Так вот это сегодня фундамент обсуждения стратегии развития и инфраструктуры, куда и как. Да, надо делать дороги, надо делать тротуары, надо делать ливневки, это понятно, в общем, когда просто смотришь. Но где делать? Надо ли строить новые районы в полях? Угу. Вот это все, вы меня остановите. Угу. Как бы, да? Говорите. Бесконечно об этом говорить. Или нужно все-таки говорить о том, что должно быть развитие частной собственности в центре города. Да? Вот это интересные вещи. И как ее развивать? Да, это интересные вещи. Но прежде чем мы к ним приступим, все-таки я хотела вашу реакцию свежую, потому что сегодня такой рабочий интенсивный день был, реакцию студентов, как они слушали, какие они вопросы задавали. А это вообще для них, про них?
Реакция какая была? Вы знаете, ну вообще... Напоминаю, это... что это региональные вузы были. Я понимаю, да. Я знаю эти города. Это Нижний Новгород, это Воронеж, это Владимир, это Тюмень, да, все это. Мне дали список, и я ориентировался, кстати, на эти города. Я понимал, что это не Санкт-Петербург и не Москва. Но, тем не менее, кстати, вообще, если мы говорим о 10-20 лет, то именно в небольших региональных городах эти процессы интереснее и реальнее реализовать. Ну, например, мы сейчас сделаем там небольшой город Подмосковье, там 50-60 тысяч человек такой, Наро-Фоминск. Вот нам удалось за 5 лет вместе с бизнесом, обществом этот город вытянуть, там набережную, без копейки бюджетных денег, между прочим, все это делается. Это отдельный такой разговор, но за счет того, что был разработан мастер-план, была разработана стратегия развития. Или город Обнинск, да, там живет 100 тысяч человек. Да? Сейчас мы там создаем центр города, парки, опять же, без бюджетных денег, что важно, потому что не все бюджетные деньги можно вот так взять и потратить, например, на благоустройство. Есть там пенсии, есть здравоохранение, есть образование и так далее, дороги те же, в конце концов. Да? Тут вот важно распределить весь этот бюджет в городе, чтобы он был намного более эффективно использован. Вот. Поэтому молодежь в небольших городах как раз может увидеть результаты своего труда. Потому что на самом деле человеку, да, важно, конечно, иметь работу, иметь бизнес, иметь хорошую оплачиваемую работу, да, но в то же время ему важно иметь и свое дело, быть реализованным. Если ты понимаешь, что, может быть, в большом городе, да, мегаполисе, в том же Москве, ты сейчас приедешь, там, что ты, пока ты, там, куда-то, да, а здесь ты можешь за 10 лет, 20, да, это большой срок, но ты можешь вообще увидеть результаты своего труда. Поэтому я с этого начал, что именно в Вятке, да, может быть, во Владимире или в Нижнем Новгороде вы намного быстрее достигнете результата, чем в большом городе. Да, да, нас сейчас, конечно, Вятка интересует больше всего. Мы к ней перейдем. Напоминаю, что это особое мнение Елизы Левухина, эксперта в области градостроительства и формирования стратегии развития городов и агломераций. И мы говорим по следам Urban Challenge. Это большое такое мероприятие, которое прошло на минувшей неделе. Недели в ВятГУ. Но мы записываемся 28 числа, поэтому все время будут такие отсылки. Илья, вот что касается истории сделать небольшой город, Наро-Фоминск-Обнинск, благоустроить его, переделать практически, дать ему новую жизнь без копейки бюджетных денег. Какие сюда принципы закладываются? Как это вообще возможно? Смотрите, да, это достаточно просто. Конечно, хорошо, когда есть бюджетное финансирование, но тоже можно же подготовить под него платформу. Да? Здесь очень важен общественный договор. Да? То есть, по сути, нужна некая общественная стратегия развития города. Это, кстати, самый важный, самый сложный, самый спорный этап, да, потому что нужно проговорить. Вот мы с вами затрагиваем любую тему, например, там уплотнение центра города. А, и сразу все, как уплотнение? И сразу все, как Левухин предложил уплотнить, да, начинают ругаться. А потом постепенно, да, обсуждая, понимая принципы градостроительные, как работают города, зачем это. То есть это же все для людей, которые владеют этими конкретными участками, чтобы вокруг них у них был магазин на первом этаже, они бы жили на четвертом этаже, а два этажа продавали бы или сдавали, да, и у них появился бизнес. Это много-много разных семей, у которых возникают деньги, бизнес и так далее. Не все куда-то там уходит, строительные компании, а наоборот, все это вот внутри города. А там же люди ходят пешком, вечером остаются, никуда не уезжают, сидят в этих кафе, ресторанах, покупают эти яблоки, помидоры, там, зелень, которая вот здесь же на прилавках, или открытки, или сувениры с городом. И это уже не маленькая улица в центре города, которую преобразили, но там никого нету ночью вообще. Вот я вчера ходил, да, в центре города, никого нет. Там какие-то Men's Club, еще что-то, темные какие-то заведения. Но в целом, да, никакой жизни нет, потому что люди все уехали, и машин-то нету. А днем что мы видим? То есть огромный поток машин, все заставлено. Почему? Ну, ночью-то их нет. Потому что люди все живут в спальных районах, в своей квартире, никакого бизнеса у него, по сути, нету. И добирается, только телевизор, и добирается, естественно, на автомобиле. До центра, до которого можно доехать за 20 минут на автобусе, если нет автомобилей. Да. Добираются на собственном транспорте. Либо на собственном транспорте. Да. И поэтому мы получаем очень простой ответ. Хотите разгрузить центр города от пробок, живите в центре, ходите пешком. Такой простой ответ,
стройте, уплотняйте, развивайте свое имущество в центре города. Мы сейчас не о чем... надо строить небоскреб. Вот, мы сейчас не о чем надо. Говорим? Точная застройка, пройденный этап. Это, понимаете, это термин, который себя, по сути, изжил, то есть он как для провокации только годится, чтобы как привлечь внимание. Ну, потому что коннотацию, да? Он сохраняет негативную. Да, потому что, на самом деле, я тоже долго думал, и Киров, кстати, мне в этом помог после октября, когда мы начали об этом говорить, я понял, что это лучше называть как бы частная индивидуальная застройка, в том числе среднеэтажная. Точная застройка – это термин, который появился, когда у вас во дворе, на ничейной земле, не оформленной, то есть муниципальной, так сказать, да? Кто-то там договаривался, вставал многоэтажный дом. Да. Вот что это такое. Это не то, что точная застройка, это вообще ужас какой-то, да, тихий. Ну, варварство, ну, или там, вообще, если варварство, посмотреть, да? На это, конечно. То есть когда у вас во дворе, который, в общем-то, должен быть отмежован, то есть принадлежать вам, и вы там, может вам быть... Вам это людям, вам которые это живут, да, конечно, в этих, да, домах. Потому что сейчас весь мир... делится на две части. Это частная собственность и общественная собственность. И вот из этого состоит город. У нас, мы живем в постсоветском обществе, у нас такая каша. И вот в этой каше в 90-х годах, в 2000-х, появилась так называемая точечная застройка. Мы, естественно, вообще не говорим ни разу, никто никогда о ней. То, что имеется в виду, это застройка, ну, как дореволюционная была, да, то есть на своем участке, вот у тебя был там двухэтажный дом, ты надстроил еще два этажа, или там его перестроил, если это не культурное наследие, построил, ну, обычно это до 5 этажей, то есть, в общем-то, в небольшом городе, если это не Москва, Нью-Йорк, или там, не знаю, Брисбен, то не надо строить небоскреб, то есть никто же не говорит про небоскребы. Небоскребы — это символ, если это тут индивидуальная застройка в центре города, некого экономического роста, прогресса там, и так далее. То есть нам еще до этого очень-очень далеко. То есть откуда они возьмутся? Да? То есть, ну, просто участника и нету таких денег строить небоскреб. А вот там 4-5 этажей построить, понимаете, и продать. Это вот другая история, да? Потому что вы занимаете небольшую семью, плюс создаете несколько рабочих мест. Свою семью, это частный бизнес семейный, по сути, доходный дом там, и так далее, гостиница, что-то такое. Плюс вы создаете несколько рабочих мест. Илья Заливухин в программе «Особое мнение». Через 30 секунд вернемся в студию. Это программа «Особое мнение». У микрофона работает Светлана Занько. Свое особое мнение высказывает теперь уже... Ну, нельзя сказать, что постоянный гость нашей студии, но будем надеяться, что так. Илья Заливухин, эксперт в области градостроительства и формирования стратегии развития городов и агломераций. Яуза-проект. Мы развиваем тему изменения городской среды в привязке к городу Кирову. И Илья снова толкает свою тему о том, что, возможно, и в таком городе, как Киров, Вятка, вот когда говоришь Вятку, уже как-то понятнее становится, как ее можно менять, вот этот вот центр, да, потому что Киров... Киров советская, это спальные районы. Да, и сразу представляешь это. В центре мы с вами, знаете, зачем это делали? Потому что по сталинским генпланам центр надо было расселить, чтобы не было вот этого купечества, там кого-то расстрелять, кого-то в ГУЛАГ, а всех расселить в спальные районы. Слушайте, ну с этим надо заканчивать, уже 30 лет прошло. Центр снести, поставить плац, памятник и вперед. Либо снести, построить площадь для демонстрации с шариками, да, или с транспарантами. Так, переходим к историческому центру города Кирова и уплотняющей застройке. Вы говорите, что на существующих участках нужно дать возможность собственникам, да, перестраивать их дома. Конечно. Например, одно- и двухэтажные, которые там еще остались, превращать в 5-этажные дома. Ну, 4, да. 4. Сохраняя какую-то айдентику, или это не важно, что мы строим? Вот мы смотрим, например, на Берлин, просто, да, там центр Берлина, да, он тоже весь такой 4-5-6-этажный, но там такие стекло-бетон, да, вот кубики современные стоят. Современные. Киров. Ну, во-первых, давайте спросим у молодежи, кстати, да, что они хотят, чтобы мы там, значит, делали архитектуру 19 века с колоннами, а, кстати, сейчас не 19 век. Почему-то, когда строили, например, здание общества там инвалидов в 2014 году сделали в неоготике, там современная архитектура, да, или вообще почему-то в начале 20 века строили современную архитектуру. А почему в начале 21 века мы не можем строить тоже современную архитектуру из дерева? Так, деревянное все-таки. Дерево современное, клееное. Вы посмотрите, вы наберите там Modern Wooden Architecture, да, и вы увидите, что там современная просто деревянная огромное архитектура. Количество современной деревянной архитектуры, просто сделанной в интерьерах, и 4-этажные здания. И сейчас с применением стали строят и в выше. В Австрии, по-моему, 33-этажное здание. В общем, нам этого не нужно. Нам, мы 4-5 этажей мы спокойно сделаем и клееным. Просто
И это станет... Причем это будут все индивидуальные проекты, потому что это частный заказчик. Он на своей земле заказывает своему архитектору. Да, это не должен делать один архитектор. Да? Это целая плеяда, может быть. Это должен быть... Понимаете, это воспитает новую архитектурную школу в Кирове. Кирова может быть началом, собственно... Ну, окей, в Кирове. А у нас вообще в России-то есть архитектурное сообщество, которое готово строить такие дома начните и разрабатывать? Святки. Во-первых, ну, у нас всегда в России... В Советском Союзе было 10-15, ну, 20 архитекторов. Mm-hmm. Да? Поэтому давайте мы... И сейчас примерно так же. Да? То есть не так много хороших. Нет, давайте способ все-таки. Вот мы способ много говорим о том, что хорошо бы... Что конкретно пунктам надо разрешить? По пунктам. Сначала надо разработать стратегию развития центра города. Да? Принять решение. Принять решение и вообще на основании чего? И объяснить чего? Населению, зачем? Почему так. Да? Да. То есть не то, чтобы вот власть приняла решение, все, делаем жилой центр. А. Нет. Это должна быть внутренняя программа, к которому люди должны быть готовы, да, то есть они должны понять, что они владеют частной собственностью, что эту частную собственность у них никто не собирается отнимать. И город, то есть власть, стимулирует развитие этой частной собственности. У нас смотрите, как, очень просто, да, то есть мы делаем город, да, власть должна сделать три основных каркаса инфраструктурных в центре города. Социальный каркас, школы, детские сады, поликлиники, больницы, в том числе из дерева, да, и так далее. Транспортный каркас, инженерный каркас и экологический каркас. Это такие три основных, экологический, инженерный, это как один, да, три основных каркаса. Они стоят огромных денег, это инфраструктурный каркас. Поэтому не надо лезть в поля. Давайте мы ограничим город и будем заниматься им, да, не надо, у нас огромное количество уже есть микрорайонов, в которые нам надо делать и транспорт, и инженерию, и социалку, не надо создавать новых проблем, давайте работать с этим, что уже есть, да, тем более с центром города, создать эти условия, и тогда, да, сделать регламент, то есть там не выше, там определенные панорамы у нас есть, или у нас нет, либо у нас свободный как бы регламент, но все равно там до 6, до каких-то этажей, если нужно, какие-то функции мы прописываем, например, в первых этажах магазины, а дальше вы можете строить жилье, причем это жилье вы можете продавать. Понимаете? Ну, вот как бы... То есть, вообще-то в мире, ну, вспомните, ну, в том же Берлине, да? И вы хотите купить жилье, квартиру. Вы идете и покупаете вот квартиру, этот частный дом. Он стоит в рядовой застройке, по сути, точечной, индивидуальной. И вы покупаете квартиру. Вы же не едете на окраину. У меня сейчас там, вопрос возник. Вот, покупать. У нас люди, которые живут в этих домах, до сих пор не могут осознать, что они собственники, когда речь идет о благоустройстве прилегающей территории. А вы им предлагаете выступить собственниками, да еще найти инвесторов, чтобы перестроить их дом или построить что-то на прилегающей территории. А вы знаете, это как раз разговор к молодежи, потому что на самом деле, если мы сможем банками давать кредиты государственные, причем не под покупку автомобиля, телевизора или еще чего-то, а под развитие бизнеса по 2%. Вот, то есть это уже совместная выработка стратегии. Ну, банки должны, слушайте, в этом участвовать. Ну, конечно, все. Значит, четыре главных элемента. То есть власть и все сопутствующие элементы с властью, да, должна быть заинтересована, аккумулировать этот процесс, разрабатывать. Общество, то есть все жители города, различные общественные организации, молодежь и так далее. Бизнес, то есть владельцы вообще различных участков, собственников. И финансовые структуры. Ну, банки. Это бизнес. Это да? бизнес. И специалисты. Специалисты. Потому что без специалистов, социологов, транспортников, экологов, инженеров, экономистов, да, это целые, ну, должны быть организации или люди конкретные, кто бы эту стратегию помог собрать и разработать. Конечно, должны быть лидеры, должны быть определенные. Что, они называются вот в данный городские момент, планировщики. В данный момент, да. В той среде, которую мы имеем, что главное вот сейчас должно возникнуть? Там общество не готово. Стратегия должна возникнуть. Стратегии пока нет. Нет. Значит, разработчики, которые стратегии делают для городов, они всякие разные. Они появляются, выберите, исчезают. У нас уже, по-моему, второй или третий меняется, потому что не соответствует. Да. И третье, нужна ли здесь политическая воля? Руководителей региона, да, и муниципалитета. Ну, конечно, потому что на самом деле без не то что участия, а инициации этой работы властью, как бы эту работу сделать очень сложно, потому что нужно объединить все те общественные организации, которые уже существуют, нужно объединить бизнес, нужно определить различные министерства. Должна быть политическая воля.
Да. То есть руководитель. Сказать, разрабатываем стратегию. Губернатор и сити-менеджер, да, да, с мэром. Конечно. Они должны принять решение, да, что разработки... работаем мы вот так. Да. Нет, они приняли решение о разработке стратегии. Какой? А мы не знаем. Но у нас вот дорожную транспортную инфраструктуру разрабатывал отдельно. Рязанский институт. Отдельно. Он работал по СНИПам, которые существуют, ни разу не приехав в Киров и не выйдя на улицы. Смотрите, давайте сразу поясним. Да? Есть такие два документа официальных сейчас. Это генплан и ПЗЗ, правила землепользования и застройки. Что это такое? Генплан – это все, что касается инфраструктуры, которую делает город. А правила землепользования и застройки – это то, как владелец конкретного участка может свой участок развивать. А стратегии социально-экономического развития? Сейчас. Так. А вот над этим всем, над этими двумя юридическими документами, над генпланом и ПЗЗ, который есть и должен быть у каждого города, никто это вообще не оспаривает, да, должна быть некая стратегия. Вы можете называть ее как угодно. Сейчас об этом разговоры ведутся на разных уровнях. Как же ее назвать? Может быть, даже есть варианты. Да? Можно ее назвать стратегией социально-экономического развития с пространственным, со стратегией пространственного развития. Но тогда здесь не хватает стратегии транспорта, инженерии. То есть социально-экономическое есть, пространственное есть, а транспорта, инженерии нет. Я предлагаю называть ее стратегией комплексного развития города. Стратегия комплексного развития города. Или мастер-план. Можно называть ее концепцией развития города. И вот этот гибкий документ, общественный договор, о котором, кстати, говорил президент, он говорил, слушайте, генпланы как бы жесткие, да? Они говорят, все делаем, и там на 10 лет закладывают. Правильно, да. Но над этим документом, он говорит, давайте разработаем, ну, дайте название, что нужно сделать. Да, вот надо сделать, надо президент сделать об этом заговорил в этом году. В ноябре? Нет, в ноябре. Ну да, дал поручение Медведеву, что-то должно происходить, сегодня но пока это... ничего не происходит. Слушайте, ну произойдет, на самом деле произойдет, рано или поздно, потому что очевидно, что мы столкнулись. Нет, мы должны все-таки чуть-чуть, не то что опережать, но как бы мы должны понимать, что пока там министерство этот документ разработается. Кстати, эти стратегии могут разрабатываться за счет бизнеса. То есть средства-то вот, можно возвращаемся, найти. Возвращаемся к моему проблема. Вопросу про Нарфоминский Обнинск, который задала, вы не ответили. Каким образом вам удалось без копейки бюджетных денег реализовать там инфраструктурный проект? Ну, смотрите, то есть в Нарфоминске есть один из таких основных застройщиков, да, которому было интересно, он живет в городе. Сам. А, есть застройщик. Есть, ну, бизнес, да. Бизнес. То есть девелоперы, бизнес, который владеет землей и так далее. И сейчас там уже несколько девелоперов, то есть разные участки работают. И вот для того, чтобы это все объединить, то есть было понятно, что просто вот застройкой там жилья, например, да, невозможно решить проблему города. Потому что город – это вообще не жилье. Город – это общественное пространство, это велодорожки, это набережные, это парки, это общественные разные, да, там, социальные функции. И вот все их надо создать. И создать это можно только по какому-то единому плану, привлекая других инвесторов, подтягивая, по сути, тоже государственные проекты под это. Ну вот, да, вот здесь вот развивается таким образом, а здесь будут какие-то муниципальные функции. И тогда город с частным бизнесом начинает работать как частно-государственное партнерство. Так, вот сейчас... оно и есть частно-государственное партнерство. Прервемся на полторы минуты, у нас реклама, и продолжим разговор с Ильей Заливухиным. Продолжаем разговор. Это особое мнение Ильи Заливухина. Действительно особое, потому что уверена, что сейчас очень многие нас слушают и говорят, ну, вот Заливухин заливает. Сейчас нам рассказывает тут про деревянные дома в центре города, про государственно-частное партнерство, которое Кирову и не снилось, оно никак не складывается ни по каким проектам. Но вот есть образцы, оказывается, Нарфоминский, Обнинск. А что получает, кстати говоря, бизнес от того, что он... вкладывается в набережные и велосипедные дорожки? Ну, смотрите, ну, очень просто, да, то есть что такое частно-государственное партнерство? Частно-государственное партнерство в развитии города – это как раз и есть как бы такое комплексное, да, развитие города, когда частник, владелец разных участков земли, это могут быть разные частники, понимают четко и понятно на уровне регламента, что они могут делать. Да, у них нету каких-то долгих согласований, у них все понятно. Вот все согласовано с городом, с обществом, с специалистами. В вот этих двух городах получилось? Да. В центре городов это получилось. И это наши проекты, которые я делал 10 лет, на самом деле. То есть, все это заняло это время. Это сроки 10 да. лет. То есть это не 2 года. Да? Да. То есть ты начинаешь, там работаешь. Не то, что сказали, а завтра вы ждите, что нет, уже конечно. Будет. Это, то есть, конечно, пропадет. Понимаете, если ничего не делать, ничего не произойдет. Да. А сроки всегда такие. Но да? теперь есть образец, как действовать. Есть, да, есть так называемый сегодня кейс. Это называют, да, можно показывать на Нарфоминск и говорить, вот смотрите, вот у нас таким образом получилось. Вот. И дальше, понимаете, всем становится выгодно, как бы, да, когда
когда общество все собираются и понимают, что они вместе делают, то как бы и бизнесу выгодно вкладываться, да, потому что, ну, понятно, что, например, вокруг набережной, да, вокруг каких-то парковых территорий в центре города, если их разгрести, то будет больше людей, потому что люди туда тянутся, а построив там, не знаю, какие-то функции, в том числе коммерческие, mm-hmm. да, они будут хорошо заполняться. Это же mm-hmm. вообще самое главное в градостроительстве. Вообще градостроительство современное, да, в мире, развивает частное собственное, такой development. Да, то есть ты должен быть профессионалом-девелопером, но который работает не на свою прибыль, по сути, а который работает на общественное благо. Вот это и есть городской планировщик. Не как в Советском Союзе некоторый такой, знаете, градостроитель, который типовые дома привязывает в полях. Да? Mm-hmm. А это, по сути, некий медиум, который готов собрать социологов, экологов, экономистов, транспортников, все понемножку знать, чтобы сделать этот, ну, как бы, общественный проект. Илья, сколько лет вот они готовы отбивать свои деньги? Смотрите, ну, на самом деле, тут еще много разных вопросов, потому что город, вкладываясь в развитие инфраструктуры, может понимать, что какие ставит себе задачи муниципалитет. Ну, например, я предлагаю обсудить задачу стимулирования, как бы, да, роста человека, бизнеса в городе Вятке, да, то mm-hmm. есть те, которые хотят жить, хотят работать, mm-hmm. да, ну, они же есть такие люди, которые готовы взять небольшой кредит за 2%, построить небольшой дом четырехэтажный, даже на участке земли того, кто не хочет ничего с ней делать. Вот здесь, знаете, какая очень интересная история. Мы все время говорим о демографической проблеме там России и Кирова, и все время говорим, что надо больше рожать, надо не делать аборт, надо бизнес делать то и все. И у нас всегда вот такая модель. Когда мы говорим об эффективности, простите за слово, каждого человека, то, может быть, нам не надо так много людей, чтобы поднимать экономику, а просто сделать их более эффективными, дать им возможность это сделать, и все. Но это китайская модель. Когда, собственно, сильная власть, сильный бизнес, понимаете? У нас есть сильная власть, у нас есть деньги сейчас в бюджете, да, мы можем себе... Но нам нужно разработать эффективную модель вложения в инфраструктуру, нам надо строить школы, детские сады, больницы, поликлиники, всю социальную инфраструктуру, нам надо строить транспортную инфраструктуру в городах, инженерную и экологическую. Понять, где это делать, то есть точечно, и не в полях это делать, а в городе. А для чего? А для того, чтобы частный бизнес, владельцы развивали. То есть тогда через этот фундамент прорастет качественная культура. Да, это будут, там, не знаю, может быть, не так много действительно надо людей, но они будут отвечать за свой бизнес. И не надо бояться того бизнеса 90-х. Да, это был ужасно, это не было капитализмом. Угу. Но теперь это мы можем как бы урегулировать, мы можем, ну, не забить эту культуру, не замонолитить угу. этот фундамент, так, а сделать такую систему, через которую прорастет все это. Да? Угу. Весь этот бизнес, вся эта деревянная архитектура в центре города, четырехэтажная, все это жилье. Да, сегодня нормативы это не позволяют. Потому что все нормативы сильно Советского тормозят. Союза, mm-hmm. они тормозят, конечно, и они позволяют только строить, как в Советском Союзе, огромные микрорайоны в полях. Панельные. Но это с 70-х годов никто не строит, потому что понятно, что... На Западе не строят. Ну, конечно, мы говорим тупик. Про Запад. Заговорили про Запад. У нас была поездка совместно с правительством Кировской области и компанией Holzhaus, крупнейшим производителем того самого клееного бруса, о котором вы уже говорили, современного материала для домостроения. Финляндию, в город Пудасьярви, в округе Оулу. Мы смотрели деревянную школу, одну из крупнейших в мире деревянных школ на 10 тысяч квадратных метров. Какой интересный опыт. Они тоже озаботились демографической проблемой и заболеваемостью раком, дыхательных путей, вот заболеваемость высокой и так далее. И 10 лет назад начали строить социальные учреждения из бруса. Построили школу. За 3 года, кстати говоря, жизни этой школы заболеваемость дыхательных путей у детей снизилась на 50%, вот кто учится в этой школе. Построили детский сад после этого, дом престарелых и больницу. При этом муниципалитет в обсуждении общественном довольно долго, тоже примерно на протяжении 10 лет, принимал это решение. Но после того, как запустился этот процесс в Финляндии, буквально каждый муниципалитет строит сейчас социальные объекты из дерева, современные, конечно, технологии, по современным технологиям. Ну, не говоря уже о том, когда я им задавала вопрос по поводу дерева, вообще сомнений, там, да, пожароопасность, которая у нас возникает. Намного более эффективнее, чем металл. Сроки службы дерева, сроки службы, надежность. Они говорили, что мы всегда жили в деревянных домах. Потом вспомнили, что правда, тогда, 10 лет назад, такие же вопросы возникали и у людей разных.
Вы, наверное, сами сейчас можете там ответить на них. Да, слушайте, сроки службы деревянных домов, школ и больниц. Даже те старые дома, которые сделаны по старым технологиям, стоят до сих пор. По 150 лет. По 150 лет, да? Угу. Вот, во-первых. Во-вторых, мы сейчас сегодня говорим с вами не об избах, там, да, не бруса там, и так далее, да, а говорим о современных технологиях. Это и хорошие фундаменты, они все равно железобетонные, потому что, угу, опять же, зависит от фундамента, начиная от страны, заканчивая домом. Угу. Вот. И если хороший фундамент ставится, брус специальный, да, крепится друг к другу специальным образом, создается каркас. И этот каркас заполняется утеплителем тоже, да, таким, ну, термосом, да, с одной стороны, обшивка, пароизоляция, утеплитель. Вот, то есть это не какой-то там кирпичный дом, деревянный старый сруб, да, это современные материалы, клеёные, пропитанные всеми системами против, значит, причем экологически пожарных, чистыми клеями, да. Он не горит, да. Он не выделяет никаких веществ, он просто, ну, то есть это то, в чем строится вся Канада, вся Финляндия, все. Что сделать, чтобы удешевить этот материал? Потому что дешевле построить сегодня, да, дешевле построить панельный и кирпичный дом, чем размер использовать современный. Во-первых, размер. Конечно, если мы говорим с вами о каких-то там пятиэтажных, не знаю, многоэтажных домах в полях, то из дерева, конечно, будет очень дорого стоить. Mm-hmm. Если мы говорим о возможности использования этого материала в, ну, как бы индивидуальном строительстве в центре города, то тогда, ну, это недорого. Ну, то на 2-3 этажа. Да, железобетон ты туда не загонишь и так далее. То есть ты разрабатываешь небольшой проект, укрепляешь и строишь свою эту конструкцию, которую, кстати, намного эффективнее может аккуратнее сохранить какие-то существующие элементы, да, архитектуры, ты можешь их строить и так далее. Вот, то есть сама по себе эта технология, да, она современная, но, наверное, она и может быть чуть дороже, чем, ну, естественно, конечно, это дороже, чем зашить все сайдингом. Ну, давайте мы напомним на секундочку, что может, если включатся финансовые инструменты, и да, будет, например, ипотека, лизинг и так далее, да, а в относительно деревянного домостроения, угу, то я не знаю человека, который не захотел бы дышать свежим воздухом в деревянном если доме. Если ты себе строишь, если, да, ты не строишь на продажу, понимаете, да, чтобы уехать потом в Канны. Да. А если ты строишь себе, ты собираешься жить там на 5-4 этаже, а 2 этажа продать или сдавать, а внизу у тебя будет магазин. Ну, кстати говоря, директор финской школы и мэр города сказали, что срок службы этой школы 150 лет. Конечно. Ну, я не зря сказала, 150 да нет, лет. Это вообще... А вот скажите, смотрите, у нас уже Дмитрий Курдюмов, заместитель председателя правительства, он вместе с губернатором в рабочей подгруппе Госсовета по образованию уже сделал заявление, что в Кировской области разрабатывается проект первой деревянной школы, и мы даже знаем, где ее хотят построить, в Посегово, модульная деревянная школа, я вам до эфира ее показывала. Uh-huh. Я что-то не припомню, чтобы в Российской Федерации где-нибудь еще был даже такой план построить деревянную школу. Uh-huh. У нас уже есть начали строить ФАПы. Киров? Я хочу, да. Вот, замечательно, это должен быть первым это городом. Это может быть прорывом может для быть региона, если ну, начнутся конечно, такие это движения. Может быть прорывом для страны. На самом деле об этом давно говорят, что вот нужно. Я везде слышу на уровне правительства, об этом идет по СМИ, идет разговор, что вот Медведев там проучил вот это вот. Да. И, ну, пока это никто не построил, насколько я знаю, если Киров, я и говорю, что Киров должен быть столицей современной деревянной архитектуры. Не только муниципальной, пусть начнется с социальных объектов, замечательно, но и дальше и жилой. И мы увидим с вами, что здесь будет мека для архитекторов и для, не знаю, и просто людям будет приятно и жить в центре своего города. А при этом очень интересно, ведь не обязательно там пополнять население Кирова, если он станет меккой, как вы говорите, будет приезжать огромное количество туристов разного рода, специалистов. Нет, это вообще разговор про фестивали деревянной архитектуры современные, да? Это и какие-то форумы, связанные с деревянной архитектурой. Потому что, что касается старинной деревянной архитектуры, то место занято, мы не претендуем. Но современное деревянное домостроение еще только, пока опять же, свободно. Это не просто, да, это не просто брус. Я говорю, это клееные конструкции, это и фермы многопролетные. То есть это и, ну, в общем, конструкции, которые балки различные. Да, а вы ребятам сегодня в институте показывали. Да, показывали. Последний кадр у меня был двухчасовая лекция, мастер-класс, где я рассказывал про все, про экономику и так далее. И потом я закончил вот именно этими формами. Я сказал, что да, главное думать про содержание, разрабатывать инструменты, как это сделать, но все равно примерно мы должны прийти вот к этому. То есть есть некая форма, некая мечта,
И, кстати, да, там Зливухин может рассказывать, но должна быть мечта. То есть мы, если у нас не будет мечты, ну давайте будем дальше из панелей строить в полях, значит, какие-то кварталы там. А вы чувствуете, Илья, я хочу понять, потому что вы и изнутри смотрите, и со стороны смотрите. Да. Вы чувствуете, что все-таки эти процессы ускоряются? И это может быть... Перспектива не 10, а хотя бы 5 лет. Нет, смотрите, ну вообще я не вижу никакой проблемы в 10 лет и в 20, да, но за 20 лет должно быть реализовано. Я говорил о том, что через 20 лет мы не должны начать это делать, мы должны уже жить в другом городе через 20 лет. Да? 20 лет пройдет очень быстро, и то поколение, которому сейчас 20, если они начнут в этом участвовать с завтрашнего дня, то когда им будет там 45 или 40 лет, да, у них будет уже город, который совершенно будет по-другому выглядеть, чем выглядит сейчас. Вот, поэтому все, конечно, процессы ускоряются, потому что, во-первых, ветхий фонд, ветхий центр ветшает. Так или иначе, люди переезжают в пригород, многоэтажные дома. Транспорта там нет. Они покупают, покупают машины и едут и ездят в центр. И центр у нас ветшает, а, собственно... На периферии возникает много-много многоэтажных домов. И это тупик. То есть это понятно уже, что дальше так нельзя. Нельзя разрабатывать такие стратегии, нельзя вкладывать туда средства, потому что поле само по себе никаких проблем не создает. Ну, там растет лес или какие-то там, не знаю, трава, там животные бегают. Да? Ну, не надо туда людей вообще загонять. Да? Люди должны жить комфортно в центре своего города, небольшого. 500 тысяч человек – это такой достаточно хороший, компактный город. Вот посмотрите, вы идете по каким-то центральным улицам, загляните в подворотни, там же пустота, там ничего нет. Угу. Да, то есть это все именно вот процесс работы муниципалитетом для собственника. То есть муниципалитет должен сделать программы для развития собственника, то есть жителя города. Вот такая вот история. Для чего еще должен работать муниципалитет? Конечно, на благо жителей и собственников города. И собственником бизнеса. Тогда бизнес будет работать, платить деньги, и как бы дальше это будет опять идти на налоги. А может быть, когда-то и Вятка станет и донором, и будет генерировать какой-то финансовый поток, и сделает все хорошо у себя, еще будет, значит, отдавать деньги там куда-то на развитие, не знаю. Ну, очень вдохновляющий эфир, Илья. Очень вдохновляющий эфир. После такого эфира остается ощущение, что гигантский потенциал есть в Кирове, в Вятке, и что этот город, как минимум, а то и регион может превратиться из дотационного в нечто совершенно абсолютно другое. Нет, все ресурсы есть. Вот тот лес, я разговаривал и с таксистом, пока я ехал, и с разными людьми. Я говорю, слушайте, ну вот он говорит, ну, конечно, лес покупают в Китае, лес покупают везде, да, и мы должны использовать этот ресурс, сделать на нем бизнес и дать возможность людям, которые в городе работают, тоже, ну, как бы на этом всем сделать бизнес, развивать свои мелкие бизнесы, развивать целиком город и менять его таким образом облик. Потому что сверху облик, ну, сильно не поменяешь. Должны процессы быть снизу. Снизу. Илья Заливухин был в гостях в нашей студии. Это была программа «Особое мнение». Меня зовут Светлана Занько. Всем хорошего дня. «Особое мнение» на 101 FM.